Всем привет! Вы на канале Своими Руками, и мы начинаем. Сегодня будем делать ключ. Ключ будем делать из ремня ГРМ и кусочка профиля. Профиль у меня 1,5 на 3 сантиметра. Ключ мне нужен, чтобы открутить вот этот фильтр. Конечно, ключ у меня есть, но за ним идти неохота. А тут как раз мне под руку попался ремень и кусок профиля. Ну что же, придется мастерить. Отложим пока фильтр, возьмем наш ремень. Многие делали уже такой ключ, я видел уже из цепи, еще только не делали. Но я буду делать его в первый раз. Итак, возьмем ремень и ножницы и разрежем его. Вуаля! Вот теперь какая у нас лента получилась. Дальше возьмем профиль и отрежем примерно сантиметров 25. 25 сантиметров, я думаю, будет достаточно. Отрезаем кусок профиля. Берем ремень и вставляем в профиль. Вот таким вот образом. Вот и все. В принципе, ключ уже готов. Ну что, давайте тестировать. Накидываем ремень на фильтр. Вытягиваем. Загибаем края по разные стороны. И свободно, с небольшим, конечно, усилием, отворачиваю фильтр. Вот и все, друзья. Довольно-таки, в принципе, годный инструмент, рекомендую, и можно откручивать, в принципе, любые фильтры, так как ремень довольно-таки прочный. Вот и все, друзья, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, пока.